Большой праздник в Тамилинском парке сказок. Для детей и взрослых подготовили мастер-классы, спортивные игры и интерактивные квесты. Эмоции люберчан в нашем следующем сюжете. Праздник открылся парадом сказочных героев. В костюмированном шествии мог принять участие каждый житель. Я пришел в костюме пирата, да, и мы очень долго с мамой его готовили. Мы сегодня пришли на этот прекрасный праздник сказок. Пришли сюда, чтобы повеселиться и провести хорошо время. Мы очень ждем Деда Мороза и хотим тут хорошо провести время с весельем и счастьем. Мы пришли здесь веселить друзей, ребят. И я хочу, чтобы выпал снег и чтобы мы насладились этой осенью последней. Пока осень не сдает свои права и радует хорошей погодой, детвора вместе с родителями, бабушками и дедушками проводят время в парке. Тебя зовут? Рада, что такие мероприятия проводят. Ариночка, аплодисменты. Жила Дедушку Мороза. Тоже самое первое. Готовимся к Новому году. Дедушка Мороз! Главный зимний волшебник не заставил себя долго ждать, и ребята окунулись в настоящую сказку. Вдохновленные праздничной атмосферой, они поздравили Деда Мороза с его днем рождения, который отмечается 18 ноября. Считается, что именно в этот день на его родине, в Великом Устюге, наступает настоящая зима и ударяют первые морозы. Люберцы пригласили меня первым, прямиком из Великого Устюга, и первыми поздравили с моим днем рождения. Да, сейчас у меня в руках метла, но совсем скоро наступит зима, и метла превратится в магический посох. Так что, друзья, готовьтесь к Новому году. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом! Уже 1 декабря люберчан ждет веселый массовый забег в валенках. Его проведут в Центральном парке. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.